Skintellectual skincare products are microemulsions with a dermatologically active ingredients. The highest concentration of the active ingredient in Skintellectual skincare product is found inside the microparticles called hyalospheres, with a size of less than 10 nanometers. Each hyalosphere has a biphasic lamina consisting of hydrophilic hyaluronic acid molecules and cell lattice creating polymer. The lamina protects the active ingredient from oxidation and sustains its stability for a long time. Microemulsion contains high concentration of low molecular hyaluronic acid in the active ingredient as well as the hyalospheres. Airless dispenser protects microemulsion from exposure to sunlight and oxygen. When applied on the skin, Skintellectual microemulsion produces an immediate hydrating effect due to high concentration of hyaluronic acid. Hyalospheres quickly penetrate epidermis. Hyaluronic acid supplied by the hyalosphere starts to attract water. This water binding process ensures a prolonged hydration to the skin and also maintains hyalospheres on the epidermal layer for a long time. Polymer molecules from the hyalosphere's lamina slowly degrade and release the active ingredient over time. As a result, hyalospheres provide a long-lasting release of active ingredients and increase their effect due to prolonged contact of active substance with its receptors. High concentration of active component in Skintellectual microemulsion is maintained in the skin for more than 6 hours. Skintellectual microemulsions with the hyalosphere technology guarantee stability of concentration, high efficiency and high absorption of the active ingredients and deliver a prolonged therapeutic effect. Здравствуйте. Давайте протестируем, что меня хорошо слышно. Если можно, те, кто к нам присоединились уже, напишите, пожалуйста, что вы с нами. Я рада всех приветствовать. У нас с вами весна наконец-то вступила в свои права. И я всем желаю солнечного настроения, успехов во всем. И сегодня мы с вами будем говорить снова, я уже надеюсь, о полюбившейся всем линейке Skintellectual Solutions. Тема, которую я буду сегодня затрагивать, она немножечко может показаться сначала скучной и такой достаточно сложной, но нам с вами принципиально понимать разницу технологий, которые используются для создания уникальных косметических средств линейки Skintellectual Solutions, потому что все-таки на сегодняшний день на рынке у нас с вами огромное количество различных косметических препаратов, очень много линеек, и, конечно, каждый будет хвалить свое. Мы с вами тоже, опять же, говоря нашим пациентам о том, что домашний уход должен быть вот именно тем, которым мы рекомендуем, мы должны правильно обосновывать, почему данное средство принесет им результат, а не какое-то другое широко разрекламированное, потому что очень многие на сегодняшний день ориентируются на рекомендации каких бы то ни было блогеров, опять же, то, что написано в глянцевых журналах, или, соответственно, опять же, то, о чем они прочитали на просторах интернета, где бы то ни было. Да? И не всегда те рекламные слоганы, которые звучат, сопровождая косметические средства, соответствуют действительности, а очень часто она еще вообще вводит в заблуждение или говорят, ну, чистую неправду. Поэтому наша с вами основная задача все-таки, опираясь на доказательную медицину, да, получить сначала для себя ту уверенность, что линейка Skintellectual Solutions действительно уникальна и высокоэффективна, а затем убедить уже в этом пациентов. И вот когда пациенты уже попробуют, поверьте мне, они точно уже не смогут отказаться от этих препаратов. Я снова в клинике профессора Яцковского, у меня мой очередной день рабочий в клинике, и вот вчера на приеме, позавчера на приеме, мои пациенты, у которых периодически заканчиваются все-таки препараты из линейки Skintellectual, сами говорят о том, что мы снова хотим купить эти средства, да? И уникальность наших с вами препаратов Skintellectual Solutions связана прежде всего с той самой технологией,
о которой мы сегодня поговорим. Но давайте сначала вспомним о коже, потому что кожа, как банально бы это ни звучало, это самый крупный человеческий орган. И, соответственно, надо всегда помнить о том, что основная функция кожи – это все-таки барьер. Конечно, много еще других функций мы тоже можем увидеть в том, что кожа делает. Да, это и метаболическая функция, она участвует в синтезе витаминов, в многих обменных процессах. Да, кроме того, что она защищает нашу кожу от механического, вернее, как она защищает подлежащие ткани от механического повреждения, от химического какого-то бы ни было повреждения. Также она защищает нас от окислительного стресса, неважно, это ультрафиолетовое облучение или какие-то другие еще дополнительные воздействия. Кроме того, следует помнить, что кожа еще участвует в выделении различных продуктов жизнедеятельности и, соответственно, в зависимости от изменяющихся условий среды, возможно, что эта функция в какой-то момент начинает преобладать над функцией именно метаболической. И тоже, опять же, это нужно учитывать обязательно, когда мы обсуждаем с пациентом какие-то варианты сезонных изменений, в том числе домашнего ухода. И масса еще других функций есть у нашей кожи, поэтому это очень сложный орган. Об этом я специально напоминаю, да, потому что мы с вами должны понимать, что те рекламные слоганы, которые звучат при сопровождении различных косметических продуктов, наносимых на кожу, не всегда будут оказывать то действие, которое якобы должно быть. Косметика на сегодняшний день, она неотъемлема от нашей ежедневной жизни, ежедневного ухода. И, конечно, все пациенты, безусловно, понимают важность правильного ухода как ночного, так и дневного, потому что именно благодаря этим средствам мы можем замедлить старение, скорректировать какие-то уже существующие эстетические проблемы, в конце концов повысить свою привлекательность, да, подчеркнуть свою успешность, благополучие. Поэтому, конечно, косметические средства нам нужны. И на сегодняшний день мы с вами уже много говорили о том, что очень важны те активные ингредиенты, которые мы назначаем. Да? Мы обсуждали с вами для решения разных эстетических задач те активные ингредиенты, которые способны эти задачи, собственно говоря, решить. Но не только, собственно, активные ингредиенты, но и та технология, которая используется для того, чтобы эти ингредиенты были в косметическом средстве в доступной концентрации, в высокой концентрации, сохраняли эту концентрацию длительное время. Это очень важно. Кроме того, технология еще обеспечивает нам как раз то, что активный ингредиент будет работать там, где должен. И, как правило, мы с вами обычно видим общие вот эти рекомендации у бьюти-блогеров и средств массовой информации, которые, по сути, являются чистым маркетингом. Они подчеркивают значимость косметических средств для улучшения нашего качества жизни. Но для того, чтобы обосновать назначение именно лечебных, корректирующих препаратов, нам важно соединить науку и технологии. Вот сегодня мы с вами наконец-то перейдем к более детальному обсуждению той уникальной технологии, которая лежит в основе создания средств Intellectual Solutions. Потому что вот мне, например, очень многие пациенты говорят: ну подождите, вот вы нам говорите, например, про ретинол. Ретинол есть в других линейках в тех же концентрациях. Я говорю: подождите, вы убедитесь в том, что Retinol Skin Intellectual Solutions будет работать по-другому. Или, например, азелаиновая кислота, она есть во многих других и аптечных, и косметических линейках. Но тоже ведь почему-то азелаиновая кислота из линейки Skin Intellectual Solutions дает совершенно другой эффект, если мы посмотрим вот так в сравнении. И вот эта уникальность воздействия хороших активных ингредиентов и совершенно другая скорость проявления клинического эффекта и выраженность этого клинического результата при использовании средств Skin Intellectual Solutions, она и объясняется той уникальной технологией, которая используется для создания этих препаратов. Роль
Технологии в создании всех наших косметических наружных средств заключаются прежде всего в том, чтобы доставить этот активный ингредиент. Но кроме этого еще как раз-таки в основе любых средств есть те компоненты, которые будут кожу увлажнять, защищать, восстанавливать, в конце концов, ее барьерные свойства. Да? И это тоже, опять же, присуще всем средствам. Но очень часто, как раз, например, недостатки технологий, связанные с концентрацией активных ингредиентов, связанные как раз с восстановлением нормальной функции кожи, могут маскироваться особенными добавками. Это тоже, опять же, особенности технологии. Например, эти добавки могут формировать более выраженный визуальный эффект, например, свечения кожи или выравнивание микрорельефа. Но это не значит, что это истинное терапевтическое воздействие. И, как правило, вот такой вот визуальный, скажем, эффект камуфляжа, да, и быстрого визуального улучшения как раз должен нас насторожить. И мы должны объяснить это пациентам. Да? Но в то же время еще, опять же, все косметические средства, которые мы наносим, они должны быть приятными и на запах, и на ощущение при нанесении. И, соответственно, тоже, опять же, производители это учитывают и стараются создать нам ту самую технологию, которая позволит максимально удовлетворить пациентов не только по результату уже, но и в момент непосредственного использования. И если мы посмотрим на состав, соответственно, любого наружного косметического средства, то здесь мы, как правило, с вами видим активные ингредиенты, которые действительно будут оказывать терапевтическое воздействие. И я всегда пациентов учу, что надо смотреть, в каком порядке расположены эти активные ингредиенты, потому что если они стоят в конце списка, да, то мы понимаем, что это просто маскировка, по сути дела, а результат внешний будут давать совершенно, ну, какие-то другие ингредиенты, не всегда оказывающие правильное воздействие. Да? Поэтому дерматологические активные компоненты с хорошим уровнем доказательности, которые мы обсуждали с вами для решения каждой эстетической задачи, все-таки в списке активных ингредиентов должны быть. И важно указывать, что в препаратах SkinTelectual Solutions они находятся у нас практически на первых местах. Но все-таки, безусловно, нужна основа, да, в которой будут располагаться эти активные ингредиенты. И чаще всего у нас основным компонентом является вода и, соответственно, какие-то дополнительные компоненты, которые отвечают за то, чтобы у нас на поверхности кожи создавалось увлажнение, кожа смягчалась. Да, кроме того, обязательно нужны те компоненты, которые, скажем так, приведут к балансу воды и жирорастворимые части этого косметического средства. Кроме того, опять же, для того, чтобы активные ингредиенты не разрушались, не окислялись, в любом косметическом средстве должны присутствовать антиоксиданты. Далее, опять же, если мы говорим о том, что это средство с длительным сроком хранения, да, и при комнатной температуре, то нужны особые консерванты, опять же, все это будет перечислено на упаковке. И мы понимаем с вами, что чем сложнее состав активных ингредиентов, тем, как правило, больше еще может быть различных вот этих дополнительных компонентов. Поэтому я предлагаю еще всегда пациентам оценить тот минимализм, который лежит в основе философии компании SkinTelectual Solutions. Если мы посмотрим на упаковку, где содержатся известные всем активные ингредиенты, то, как правило, у нас очень мало дополнительных технологических компонентов, которые могли бы утяжелить, скажем так, средства, возможно, оказать какое-то неблагоприятное воздействие на кожу, и тем самым, опять же, мы можем еще раз подчеркнуть уникальность и философию минимализма от компании SkinTelectual. Пока я не вижу, собственно говоря, прямых таких конкурентов среди того, что представлено у нас на сегодняшний день на рынке. И на сегодняшний день большинство косметических средств являются по своей сути эмульсией. Эмульсии могут быть разные, и почему на сегодняшний день
отказались уже, например, от нанесения каких-то масел в чистом виде, да, потому что все-таки у нас многие активные ингредиенты являются водорастворимые, масло – это жирорастворимая форма. И создавая косметический продукт, производители, технологи пытаются создать такой уникальный вариант равновесия, потому что вот слово «эквилибриум» с немецкого переводится как «равновесие». Поэтому задача технологов – создать такой уникальный препарат, где в балансе, в равновесии будут находиться необходимые коже, водо- и жирорастворимые компоненты. Это так называемые простые эмульсии, чаще всего это эмульсия типа масла в воде, но на сегодняшний день технологам удается создать и более сложные, многокомпонентные эмульсии типа вода в масле в воде и так далее. Да? И, соответственно, это тоже те технологии, которые двигаются в ногу со временем для того, чтобы мы получили возможность комбинировать в одном средстве разные по своим свойствам активные ингредиенты, чтобы получить максимально возможное действие на коже. И, соответственно, еще почему сейчас практически все производители стараются создавать эмульсии, это возможность создавать такие компоненты, которые будут лучше проникать в кожу, потому что, еще раз, основная функция кожи – это барьер. И у нас с вами есть определенные критерии для того, чтобы эти активные ингредиенты проникали. Поэтому на сегодняшний день эмульсии формируются в виде микроэмульсий, наноэмульсий, ультратонких эмульсий и так далее. И мы сегодня тоже чуть позже коснемся о характеристиках основных таких вариантов различных эмульсий. Почему раньше эмульсии были не так популярны? Потому что для того, чтобы создать вот такое вот равномерное распределение и, соответственно, полноценное в равновесии, в балансе сочетание воды и жирорастворимых компонентов, нужен сурфактант. И до 70-х годов прошлого века сурфактант всегда ассоциировался с мылом. То есть это такой был неприятный компонент, который, соответственно, всегда отвращал потребителя, да, который использовал это наружное средство, от его дальнейшего применения. В 70-е годы появились современные сульфактанты, которые не обладают вот этим эффектом мылкости, и, соответственно, эмульсии стали более комфортны в нанесении. И в линейке SkinTelectol, мы с вами помним, это технология микроэмульсий, используется полимер, который как раз не обладает вот той самой мылкостью, но позволяет нам даже усилить действие активных ингредиентов и пролонгировать их тоже, опять же, действие непосредственно в коже. Поэтому линейка SkinTelectol Solutions использует самые прогрессивные технологии и самые современные ингредиенты, даже по сравнению с другими эмульсиями, представленными на сегодняшний день на рынке. Но опять же, вернемся к коже. Да, то есть кожа – это очень сложный орган, и дерматологи меня поймут, да, потому что когда мы с вами вспоминаем про структуру кожи, то мы понимаем, насколько природа, ну, либо кто бы то ни было еще, да, создал такой уникальный, самый большой орган у нас. И, соответственно, я почему оговариваюсь дерматологи, потому что только мы с вами понимаем, что кожа, ну, как минимум, это эпидермис, дерма и гиподерма. А если мы детально посмотрим на структуру того же самого эпидермиса, то это еще многокомпонентная, очень сложная структура. И, соответственно, все, что мы наносим на поверхность, не факт, что проникает внутрь. Если мы говорим о том, что мы используем косметическое средство, нам принципиально важно все-таки, чтобы активные ингредиенты попали в тот слой, в тот уровень, где, собственно, они имеют точку приложения для того, чтобы реализовать затем нам клинический результат в виде внешнего улучшения. Но с другой стороны, опять же, да, мы видим с вами сейчас на тех картинках, которые на слайде, что в коже очень много сосудов. Поэтому если мы все-таки введем этот активный ингредиент в кожу, то очень важно, чтобы он не всасывался в кровь и потом не определялся, соответственно, в крови и не влиял в целом на организм.
Это тоже очень важно, потому что, ну, женщины, например, да, бывают в разных периодах своей жизни, и иногда эти активные, например, ингредиенты могут повлиять не только на здоровье самой пациентки, да, но и, например, на здоровье младенца, потому что, опять же, стоком крови этот активный ингредиент может попасть, например, и в грудное молоко. Поэтому принципиально важно все-таки, да, чтобы у нас активный ингредиент проникал в кожу, но не определялся в значимых значениях в крови. Кроме того, опять же, стоком крови или стоком лимфы активный ингредиент может оказаться где-то в других структурах, а не в коже, где он должен работать. Это тоже принципиально важно, потому что, ну, например, был такой, условно говоря, скандал, да, и только недавно закончилось это судебное разбирательство, к сожалению, не в пользу компании-производителя, которая производила препараты с тальком, потому что доказали все-таки, что тальк при наружном нанесении проникал и аккумулировался, накапливался в лимфатических узлах, в дальнейшем провоцируя развитие рака лимфатических узлов. Да? Поэтому, безусловно, многие наши пациенты могут нас спросить, а насколько безопасны те наружные средства, которые мы с вами используем, они будут правы, да, потому что, опять же, есть упоминание в средствах массовой информации о подобных случаях, и мы с вами понимаем, что как раз о негативном молва разносит весть очень быстро, а вот о позитивном, как правило, говорим мы с вами, убеждать в этом пациентов должны весьма аргументированно, да, поэтому принципиально важно вот эти компоненты с нашими пациентами рассматривать еще с позиции, что они будут проникать в нужный слой, но в то же время, соответственно, не оказывать никаких отрицательных моментов. Вы знаете, еще такой момент, связанный с прошедшей пандемией, да, то есть вот кожа доказала свой барьерный вариант работы как раз при нанесении наших с вами различных антисептиков. Помните, сколько раз мы обрабатывали кожу рук в течение дня в период острой пандемии? Практически все эти кожные антисептики содержали, во-первых, ну, различные все-таки неблагоприятные компоненты. С другой стороны, они практически все были на спиртовой основе, но это же не значит, что мы с вами ходили с легким алкогольным опьянением. Да? Или, например, но если вы путешествуете в Абрау-Дюрсо, там можно получить ванну из шампанского. Или в Чехии, например, до сих пор есть такой, скажем, тоже аттракцион, это ванна из пива. Да, но у нас же человек, который получил подобную процедуру, не пьянеет. Да, есть положительные эмоции, но они абсолютно не связаны с алкогольным опьянением. Это еще больше подчеркивает ту самую барьерную роль кожи, о которой мы с вами всегда помним. И, как правило, вот этот барьер связан с эпидермисом. Верхний слой эпидермиса, если мы с вами вспомним, опять же, представлен у нас таким плотным слоем, который содержит уже мертвые клетки, и стратум корниум – это как раз такая плотная-плотная структура, через которую в норме, по идее, но мало что проникает, да, опять же, именно поэтому мы не пьянеем после обработки кожи спиртовыми антисептиками или, условно говоря, когда получаем ванны с пивом или ванны с шампанским. Но эпидермис не весь такой мертвый и не весь барьер. Если мы посмотрим полноценно на всю эту структуру, это действительно, опять же, сложная структура, где самым глубоким слоем является базальная мембрана, и она является источником для синтеза затем нормальных клеток эпидермиса, живых кератиноцитов. В базальной мембране представлены клетки Меркеля, это нервные клетки, там же могут присутствовать клетки иммунной защиты Лангерганса, которые затем проникают в чуть выше расположенный, более активный живой слой. То есть, опять же, в нижних слоях эпидермиса локализуются меланоциты. И когда у нас происходит образование новых кератиноцитов, они проникают, затем уходят наверх и формируют так называемый живой функциональный слой стратум спинозу. Да, этот слой – это активные клетки,
которые окружены еще лимфатической жидкостью. И это тот самый живой слой, где, собственно, у нас с вами работают многие ингредиенты. Если рассмотреть дальше строение, то чем выше поднимается кератиноцит, тем больше он меняется, он начинает терять свою активность, свою жизнедеятельность. И в итоге в верхнем слое у нас уже как раз представлены даже не сами кератиноциты, а это клетки уже без ядер, которые формируют вот этот плотный барьер. И если вернуться снова к этому барьеру, то здесь я хотела бы напомнить концепцию кирпичей и цемента. Это тоже, опять же, уникальная структура, которая на сегодняшний день хорошо описана в литературе благодаря научным исследованиям. И мы благодаря этим исследованиям всем понимаем, что просто так активный ингредиент, который наносится на поверхность вот этой же плотной структуры, не способен проникать никуда внутрь. Что же такое кирпичи? Да, то есть это такие скопления, соответственно, уже волокнистых структур, которые очень плотно соединены друг с другом. Это такие макрофибрилы кератина, которые плотно-плотно спрессованы, поэтому выглядят действительно как такие кирпичи. И, соответственно, эти корнеоциты, они сформированы фибрилами вместе с пептидами. И вот здесь надо понимать, да, что, опять же, это сложная структура, она неоднородная по отношению к воде, к жиру. То есть тоже нужно учитывать, насколько была, скажем так, сложна природа их формирования. Кроме того, мы видим, что между этими фибрилами располагается еще тот самый знакомый нам натуральный увлажняющий фактор. И, соответственно, формируется... Так, у меня кто-то пролистал слайд. Значит, и формируются вот такие плотные кирпичи. Они еще окружены будут такой специальной оболочкой, которая тоже, опять же, делает их более плотными и непроницаемыми. А вот эта оболочка уже, соответственно, она создает непроницаемый барьер для водных молекул. И, соответственно, далее, если мы посмотрим на то, что окружает вокруг, соответственно, эти кирпичи, тот самый цемент, да, то мы с вами можем удостовериться, что... Если мы... Кто-то у меня пролистал слайды, простите, пожалуйста, я вот сейчас вернусь как раз к этой, к тому, о чем я говорю, да, то если мы говорим о том, что окружает эти кирпичи, то экстрацеллюлярный матрикс вокруг них представлен уже плотной кристаллической структурой ламеллярных липидов. То есть обратите внимание, у нас есть вода, чувствительные, да, компоненты, и тут же жиры. То есть это действительно такая сложная структура, которая и формирует выраженный барьер, чтобы просто так ни водорастворимые, ни жирорастворимые компоненты не могли пенетрировать вглубь, чтобы кожа по-прежнему выполняла вот эту роль барьера. Но не так все, опять же, в природе просто, да. Мы с вами, соответственно, если посмотрим на возможные правила, да, проникновения в кожу различных компонентов, нанесенных снаружи, то просто так водорастворимые компоненты не проникают. Именно благодаря вот этой плотности структуры кирпичей и цемента. Кроме того, опять же, если мы посмотрим на структуры, так называемые по-разному заряженные молекулы и полярные, они тоже не способны будут проникать просто при поверхностном таком нанесении. Далее, благодаря тому, что все-таки вот эта структура цемента, она является липофильной структурой, то вот такие неполярные липофильные молекулы, они могут проникать. И если у нас в активном ингредиенте есть вот такая липофильная структура, то вместе с соединением с гидрофильной структурой может тоже такой компонент проникать через поверхностный вот этот плотный барьер. Это так называемые амфифильные молекулы.
Сложное слово. Честно говоря, периодически сама же могу запутаться с его произношением, поэтому не рекомендую пациентам эти слова произносить. Пациентам достаточно сказать, что у нас с вами барьер верхнего слоя кожи эпидермиса настолько плотный, что просто так нанесенные снаружи средства проникать не способны. Да? И наша с вами задача объяснить пациентам, да, что те средства, те технологии, которые используются для того, чтобы активные ингредиенты работали, они должны иметь механизмы проникновения через этот барьер. И, соответственно, кроме вот того, что это должны быть все-таки липофильные структуры или в балансе, да, с гидрофильными структурами, но все равно липофильность должна быть, да, еще есть такое правило размера. Да, то есть если у нас молекула меньше, чем 500 дальтон, то вероятность ее проникновения, она гораздо больше. И, соответственно, первое, с чего мы начинаем рассуждать позиции проникновения активных ингредиентов, это именно размер того или иного компонента. Ну, например, так модные сейчас и популярные факторы роста, обратите внимание, это огромные молекулы, да, которые мы точно понимаем, просто так сами в кожу вообще не должны проникать. То есть они останутся на поверхности, но и толку. Верхний слой, почему я вспоминала о структуре эпидермиса, это неживой слой. Да, и, соответственно, даже факторы роста не способны будут что-то там простимулировать, там нечего стимулировать, да, поэтому просто так факторы роста никуда не проникнут при наружном нанесении. Вы скажете, но зато классно, у нас аскорбиновая кислота маленькая молекула. Она-то уж точно должна проникать. По размеру, да. Но вспомните о том, что она водорастворимая, ну и кроме того, она заряженная. А мы только что с вами вспоминали, опять же, исходя вот из структуры вот как раз барьера эпидермиса, заряженные, водорастворимые, они не способны никуда проникать через тот самый верхний слой кирпичей и цемента, который создала природа. Да? Поэтому многие производители стабилизируют гиалуроновую кислоту, то есть меняют ее заряд, меняют характеристику, то есть пытаются обмануть нашу кожу, но тогда молекула опять становится большой. И тогда опять просто так самостоятельно она через этот барьер не пройдет. Если мы посмотрим с вами на пептиды, вот тоже опять же, казалось бы, ой, аллилуйя, да, опять маленькая молекула способна проникать, но тоже она же все-таки является водорастворимой. Пептиды – это водорастворимые компоненты, которые просто так не проникнут никуда. Поэтому чаще всего в косметических средствах мы видим гиалуроновую кислоту. Молекулярный вес, который, размер которой, да, все-таки способен частично проникать в эпидермис, и, соответственно, возможно, он будет работать, но, как правило, пенетрация все-таки не такая глубокая, и чаще всего гиалуроновая кислота вызывает набухание верхнего слоя, да, и таким образом, ну, в кавычках набухание, и в кавычках маскирует проблемы кожи, да, поэтому, когда добавляют низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и обещают, что она будет работать в коже, это все-таки обман, это иллюзия, которая дает улучшение поверхности кожи и таким образом маскирует, собственно говоря, какие-то другие, более серьезные симптомы и проблемы. Поэтому мы все-таки с вами должны об этом знать, да, и простым языком объяснять пациенту. Поэтому я стараюсь все-таки сейчас перевести, что называется, с русского на русский, да, для того, чтобы и вас не загружать, но все-таки, опять же, аргументированно объяснить вам вот ту структуру, почему просто нужные нам активные ингредиенты без особых систем технологий не проникнут. Поэтому давайте вспомним, какие пути проникновения у нас все-таки природой были созданы. И, соответственно, технологи в производстве наружных косметических средств стараются это тоже помнить и использовать. Да? Если мы с вами посмотрим на первый путь, это межклеточный, когда у нас происходит проникновение жирорастворимых и некоторых водорастворимых молекул через вот ламеллярные липиды, которые располагаются как раз вот в этом цементе. Да? Помните, я говорила, цемент между вот этих плотных кирпичей – это жирорастворимая структура, это как раз-таки ламеллярные кристаллические липиды.
И если ингредиент все-таки жирорастворимый, он как раз там может спокойно проникать. И некоторые варианты водорастворимых молекул в том числе. Вот как раз гиалуроновая кислота, да, и относится к тем самым водорастворимым компонентам, пенетрация, проникновение которых и будет происходить вот по этому межклеточному варианту. Но свойства гиалуроновой кислоты здесь больше все-таки связано с воздействием на гидрофильные такие каналы, гидрофильные регионы. Гиалуроновая кислота, проникая в этот межклеточный канал, да, она в нем набухает и его расширяет. И таким образом, соответственно, у нас пенетрация всего остального тоже будет выше. И кроме того, опять же, за счет этого возникает и визуальный эффект уже такого улучшения внешнего вида кожи. То есть, опять же, вот этот механизм нужно четко понимать. Второй вариант, который создан был, собственно говоря, природой, опять же, это прямая диффузия. Да, то есть это внутриклеточный путь, когда какие бы то ни было высоко концентрированные ингредиенты проникают вглубь, потому что там ниже их концентрация. То есть мы с вами все когда-то учили химию, и вот диффузия – это четко, опять же, понятное нам взаимодействие, когда более высокая концентрация всегда стремится туда, где она более низкая. И диффузия обычно пенетрирует вглубь масла, например, да, то есть, или какие бы то ни было, опять же, высококонцентрированные ингредиенты. Но не всегда этот путь, опять же, возможен, потому что мы не всегда можем нанести снаружи высокую концентрацию этого активного ингредиента, чтобы она вот таким простым путем начинала проникать. Следующий вариант, опять же, который исходно был создан природой, да, это путь через корные десмосомы, то есть это, опять же, белки, еще раз напомню, они гидрофильны, и, соответственно, этот вариант проникновения возможен только для водорастворимых соединений. Поэтому тоже, опять же, не подходит для всех наших активных ингредиентов. И еще один путь, ну, тоже, наверное, самый известный, да, и самый, один из самых простых, который тоже хорошо изучен, это путь через различные микротрещины, потому что микроповреждения на коже есть у всех. Кроме того, мы с вами прекрасно понимаем, что у нас в коже есть выводные протоки сальных, потовых желез, есть волосяные фолликулы, и, соответственно, как раз проникновение через вот эти прямые, скажем так, каналы, да, он доказан, он возможен, но этот путь тоже не у всех хорошо работает, потому что количество сальных, потовых желез и тех же самых волосяных фолликул, он зависит от типа кожи, да, то есть от пола, например. То есть у мужчин кожа чаще всего жирная или очень жирная, да, мы понимаем, что у них будет большее количество и сальных желез, да и в том числе и потовых желез, у них большее количество волосяных фолликул. Поэтому такой путь проникновения активных ингредиентов для мужчин возможен. А если перед нами будет девушка с сухой кожей, то мы же понимаем, что такие механизмы менее возможны для того, чтобы активные ингредиенты проникли все-таки через верхний неживой слой, барьер основной наш, и давали нужный результат. Кроме того, опять же, на факторы проникновения, вернее, на возможность проникновения играет роль еще в том числе плотность этих клеточных структур. Потому что мы же не случайно с вами пациентам, например, объясняем о том, что нужно приходить к нам на профессиональный уход. Если кожа жирная или кожа склонная к гиперкератозу, или, например, мы опять же позагорали, вот сейчас этот летний сезон начнется, у нас с вами что будет осенью? Более тусклый цвет кожи, будет больше проявлений, потом обострения акне, акноподобных дерматозов. Почему? Да потому что в ответ на ультрафиолетовое воздействие, на ультрафиолетовое облучение, он утолщается как раз вот этот верхний неживой слой кожи.
И, соответственно, те активные ингредиенты, которые мы наносим на поверхность, они будут хуже проникать. Да? То есть от того, насколько у нашего пациента выражен гиперкератоз, тоже зависит, соответственно, возможность пенетрации. Именно поэтому напоминаю о том, что если у пациентов плотность вот этих верхних клеточных структур очень высока, выраженный гиперкератоз, не забывайте о том, что у нас есть тоник с гликолевой кислотой, который позволяет как раз-таки усилить пенетрацию всех остальных средств из линейки Skintellectual Solutions. Это как раз тоже тот индивидуальный фактор, который тоже будет влиять на, соответственно, активность того, что мы наносим сверху. Кроме того, обратите внимание, что еще, собственно говоря, собственное содержание липидов и, соответственно, плотность этого липидного слоя, плотность того самого цемента тоже влияет на скорость проникновения активных ингредиентов. То есть на самом деле очень много еще дополнительных индивидуальных факторов, которые могут повлиять, соответственно, на проникновение активных ингредиентов и снизить, соответственно, эффективность назначенной наружной терапии, наружных средств. Поэтому практически все производители на сегодняшний день стремятся к созданию каких бы то ни было новых технологий доставки. И вот сейчас на слайде вы видите как раз упоминание об основных технологиях, которые производители стараются сейчас внедрять в свое производство для того, чтобы создать те самые размеры активных доставок, систем доставки, чтобы они проникали через любой слой липидов, опять же, верхнего барьерного слоя кожи и, соответственно, работали. Это различные технологии эмульсии, это различные, опять же, системы доставки, как наночастицы, нанокристаллы, различные визикулы. Но чаще всего, как я уже упоминала, сейчас используются различные эмульсии. Есть макроэмульсии, но опять же обратите внимание на размер, собственно, коллоидной фазы. И мы понимаем, что данные молекулы, они большие, и они не способны все-таки проникать. Кроме того, опять же, производство их такое... Требуются достаточно затраты для того, чтобы стабилизировать эти макроэмульсии, в отличие, например, от технологии микроэмульсии, которая используется в линейке Skintellectual Solutions. И обратите внимание, опять же, скажете, но на слайде у вас же и написано, что есть еще даже наноэмульсии, где размер частиц может быть достаточно мелким, но... Обратите внимание, опять же, на то, что наноэмульсии более сложны в производстве, тоже, опять же, скажем так, энергозатратны для того, чтобы придать им стабильность. И на сегодняшний день они все-таки по сравнению с микроэмульсиями не получили широкого распространения именно из-за сложности технологического процесса. Поэтому на сегодняшний день именно технология микроэмульсии позволяет нам создать тот размер активного ингредиента, который будет проникать в кожу через барьеры, о которых я говорила, будет, соответственно, использоваться и задействовано несколько механизмов проникновения этих активных ингредиентов с учетом того, что мы с вами на сегодняшний день знаем об этих вариантах, созданных природой, да, и, соответственно, микроэмульсии будут хорошо работать. Ну, как мы с вами с самого начала знакомства, да, с линейкой Skintellectual Solutions договорились, на слово мы уже никому не верим. Поэтому на сегодняшний день у нас с вами есть доказательства, и сейчас на слайде вы видите представлены те методы, которые, благодаря которым мы можем изучить все-таки, как проникают активные ингредиенты в кожу, и, соответственно, окажутся ли они в коже или все-таки... Это будет просто рекламный ход, что этот активный ингредиент внутри флакончика косметического средства есть. Обратите внимание, что чаще всего используются вот эти два варианта. Это ядерно-магнитная резонансная спектроскопия, которая способна тоже оценить проникновение на человеке, но обязательно необходимо сравнение с необработанным участком кожи. Да? То есть
наносится на один участок то средство, которое мы должны оценить по проникновению, и обязательно, соответственно, нужно посмотреть на какой-то участок, где это средство не наносилось. Чаще всего и, скажем так, более аргументированно по уровню проникновения и потом по концентрации активного ингредиента работает диффузионная клеточная камера Франца. Это такая достаточно сложная структура, но благодаря этой структуре мы можем оценить проникновение активных ингредиентов в разные слои эпидермиса. Можем оценить, опять же, концентрацию, которая оказывается все-таки в этих слоях эпидермиса. Можем поместить просто, условно говоря, такую модель именно, собственно, кожи, где есть и эпидермис, и дерма, и посмотреть, соответственно, как активный ингредиент проникает, доходит ли он до, собственно, дермы, и в какой концентрации он там будет находиться после того, как он туда проникает. То есть это такой более объективный метод доказательства эффективности проникновения активных ингредиентов и, соответственно, той технологии, благодаря которой они проникают. То есть такая сложная система, где можно сказать, что между двух структур находится либо эпидермис, либо эпидермис и дерма, и, соответственно, вот внизу под кожей или под эпидермисом находится такая конечная фиксационная структура, которая будет определять в дальнейшем концентрацию, соответственно, активного ингредиента. Можно отследить, происходит ли накопление, например, по мере проникновения этого активного ингредиента в различных слоях по ходу пенетрации. Да? То есть это действительно очень интересная система, поэтому если кому интересно будет, пожалуйста, можете прочитать. И, соответственно, давайте сейчас посмотрим, как эти средства и эти, собственно говоря, варианты оценки проникновения могут быть использованы. Ну, например, вот сейчас, кстати, опять же, этот слайд можно использовать еще для общения с пациентами, которые любят использовать различные чистые масла, нанося их на кожу. Да? У меня есть такие пациенты, которые за природу, да, за все натуральное, и считают, что если они нанесут, например, натуральное масло на кожу, то оно работать будет лучше, чем, например, какой-то комплексный препарат, созданный современными производителями, современными технологами. С одной стороны, отчасти, да, правда в этом есть, потому что мы уже с вами говорили, что благодаря тому, что верхний слой эпидермиса, вот это еще раз напомню, модель кирпичи, цемент, и цемент является как раз-таки жирорастворимым, да, он представлен именно ламеллярными липидами, да, то все, что содержит масла, проникает действительно очень хорошо. Вопрос, что дальше? И благодаря ядерно-магнитной резонансной спектроскопии оценили, как работают, собственно говоря, те самые натуральные масла при нанесении на кожу. Да, они быстро проникают, потому что это жир. Да? Но они не задерживаются ни в одном из слоев. То есть они сразу падают в глубину. И обратите внимание, что даже чуть-чуть они в верхнем слое кожи могут определяться, но прям ненадолго. И обратите внимание, что уже через полчаса, ну вот если быть точными, через 35 минут, ни в эпидермисе, ни в дерме этих масел нет. А на поверхности жирный след останется. Все равно это масло, да? И, соответственно, они дают очень кратковременный и слабо выраженный увлажняющий эффект. Поэтому возникает вопрос, опять же, а насколько эффективны эти мономасла в работе? Обратите внимание на следующий слайд, да, когда мы уже сравниваем все-таки сложные структуры, это крем и микроэмульсия. Потому что, опять же, могут пациенты сказать, вот я пользуюсь кремом, и у меня все хорошо. Вопрос, опять же, да, насколько хорошо крем, а это эмульсия, нужно, масло в воде, проникает все-таки через эпидермис и доходит до дермы. И вот если здесь мы опять же посмотрим на пенетрацию и оценим ее благодаря методу ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии,
то мы можем увидеть, что при нанесении крема, опять же, до кожи проникает вообще минимальное количество. Вот здесь на слайде как раз это хорошо показано. И можно, опять же, эти слайды особо пытливым пациентам, в принципе, показывать. И у меня есть просто такие пытливые пациенты, ну, которым действительно нужно привести прям доказательства того, что крем не так хорошо будет работать, как они себе представляют, или как это написано в рекламном буклете, да? И обратите внимание, крем вообще не способен проникать глубоко в дерму. Поэтому если в креме написано, да, что он обладает коллаген-стимулирующим действием, да, ну он же должен проникнуть туда, где, собственно говоря, находится та клетка, которая вырабатывает коллаген. А это кожа. Фибробласты у нас как минимум что находятся? Все-таки даже не в папиллярной, а больше в ретикулярной дерме и в гиподерме. А крем туда не проникает. Значит, слоган о том, что крем стимулирует нам синтез коллагена, это просто иллюзия, да, и рекламный слоган, ничего более. Зато обратите внимание на соседнюю диаграмму, где мы видим тем же самым методом ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии определялось проникновение в кожу микроэмульсии. И мы видим с вами, что, соответственно, кожа после нанесения микроэмульсии все-таки как раз-таки содержит те компоненты, которые были в этой микроэмульсии. И, соответственно, красная линия – это 60 минут после нанесения микроэмульсии, и мы видим, что у нас в коже, именно в собственно дермы, будут содержаться те ингредиенты, которые несет эта микроэмульсия. Поэтому технология микроэмульсии однозначно эффективна, когда мы говорим о лечебном, корректирующем воздействии того или иного активного ингредиента. Поэтому в сравнении крема микроэмульсия, микроэмульсия однозначно выигрывает, и у нас есть этому объективное подтверждение и доказательство. Но потерпите еще немного, опять же, науки, потому что если мы посмотрим на второй метод определения активных ингредиентов, собственно говоря, опять же, как они проникают в кожу, то диффузионная клеточная камера Франца показывает нам о том, что компоненты активных ингредиентов, именно содержащиеся в микроэмульсии, проникают однозначно внутрь кожи. И обратите внимание, в хорошей, высокой концентрации. Спустя, собственно говоря, 300 минут эти активные ингредиенты, которые были в микроэмульсии, они находятся в дерме. И вот здесь вы можете на диаграммах увидеть сравнение, опять же, крем, это вот эти полосатые такие столбики, и черные столбики – это микроэмульсии. И здесь у нас с вами есть подтверждение того, как проникает в эпидермис и, собственно говоря, в дерму. Да? Опять же, напомню, что если уж мы говорим об ингредиентах, которые должны работать в эпидермисе, то нам важно все-таки, чтобы они попали в живой слой, а не остались вот в этом верхнем роговом слое. Поэтому, опять же, подтверждение того, что микроэмульсия это делает активно, и обратите внимание, спустя, собственно говоря, и 300 минут, и 1000 минут после нанесения микроэмульсии в живом слое эпидермиса содержится хорошая рабочая концентрация, да, активного ингредиента, если он был добавлен в микроэмульсию, а не в крем. Крем у нас, собственно говоря, вот эти полосатые столбики, говорит о том, что практически что ничего не проникает, вот 1,34%, а уж в кожу, собственно говоря, в собственно дерму из крема вообще не способно ничего проникнуть. Поэтому, если нам нужно получить лечебный эффект, технология микроэмульсии – это та самая технология, которая нужна. Поэтому, опять же, у нас, когда пациенты в клинику подходят к витрине, да, и начинают сравнивать цены, да, средств компании Skintellectual Solutions и каких-то более простых косметических средств, более дешевой цены, они говорят, ну как же так? Активные ингредиенты и там одинаковые. Я говорю, ну работать-то они будут по-разному. Да? Поэтому, опять же, наша с вами задача самим понимать и, в конце концов, самим верить в то, что это работает. И не просто верить, а убедиться в том, что это действительно имеет научное доказательство эффективности.
И потом уже более уверенно работать с пациентами. Потому что, ну, согласитесь, если мы с вами не понимаем, а только обещаем, пациенты нам просто-напросто не поверят, мы будем неубедительны. Поэтому так важна сегодняшняя наша с вами лекция, чтобы мы еще раз убедились, что микроэмульсия SkinTelectual Solutions прекрасно работает и доставляет нам активные ингредиенты туда, куда надо. Но вы опять же можете сказать, ну, кроме SkinTelectual Solutions есть другие средства лечебной косметики, профессиональной косметики, в которой используются различные нанотехнологии. Окей, крем с липосомами. Помнят еще, мне кажется, даже наши бабушки, потому что уже в их бытность ухода за кожей появились первые крема с липосомами. Но все-таки липосомы и гиалосферы, которые у нас используются в средствах SkinTelectual Solutions, это тоже две разные совершенно структуры. Поэтому давайте вспомним, что такое липосома. Все-таки это закрытая такая частица именно с мембраной. По сути, это капсула. Да? И, соответственно, жирорастворимая вот эта фосфолипидная мембрана закрывает водную часть. И, к сожалению, большинство из липосом имеет большой размер, поэтому они не способны, опять же, пенетрировать туда, где активный ингредиент из этой липосомы должен работать. Да, технологии не стоят на месте, и липосомы тоже пытаются сделать меньшего размера, сделать их много, скажем так, компонентными, мембранными, с несколькими уровнями содержания активных ингредиентов. Но, тем не менее, это все равно капсула. И, соответственно, если сравнивать активность вот такого носителя, да, активность у него будет меньше, чем у гиалосфер, которые представлены в линейке SkinTelectual Solutions. Обратите внимание, опять же, вот сейчас на данный слайд, липосомы все-таки они могут давать положительные эффекты, да, то есть они повышают нам увлажнение кожи, они все-таки дают нам проникновение хотя бы в стратум корниум, да, то есть большая часть из них, особенно современные, которые такие гибкие, способны деформироваться, да, чтобы пройти через разные варианты проникновения верхнего вот этого барьерного слоя эпидермиса, да, они проникают стратум корниум в живой слой, но тоже, опять же, все-таки проникновение у них гораздо меньше, чем у гиалосфер. Поэтому, да, с одной стороны, пенетрация возможна. Чаще всего проникновение липосомальных структур происходит прямым путем через сальные, потовые железы, через волосяные фолликулы, через различные микроповреждения. Да, это самый распространенный путь их проникновения. Но, соответственно, все остальные варианты, они для них более труднодоступны, и поэтому активные ингредиенты, которые содержатся в липосомах, не так эффективно работают. А технология производства, она все-таки, опять же, затратная, финансово затратная, поэтому препараты с липосомами, они тоже стоят недешево. И можно, опять же, и пациентам объяснять, что если активный ингредиент находится в банке не просто вот так замешанный, да, в свободном состоянии, а заключен в какую-то частицу, то это все-таки стоит денег. И производители препаратов с липосомами, да, тратят на эту технологию тоже достаточно финансов, поэтому стоимость будет абсолютно недешевая. Но при этом еще, опять же, да, у них достаточно ограниченная возможность в плане присутствия в липосоме всех активных ингредиентов, которые нужны нам коже. Не все активные ингредиенты можно заключить в липосому, и, соответственно, липосомы еще, скажем так, нестабильны. Да, то есть есть определенные требования еще к хранению препаратов с липосомами. Ну, например, если мы откроем крышку крема, и какое-то время вот он будет с открытой крышкой, то липосомы теряют влагу, да, соответственно, в последующем это может привести к нарушению этой мембраны, и тогда активный ингредиент либо может дезактивироваться, либо провзаимодействовать с активными ингредиентами из других липосом. То есть стабильность у них все-таки гораздо хуже по сравнению с другими
наночастицами, с более современными, еще и более высокоэффективными системами доставки. Да? Поэтому на сегодняшний день компания Skintellectual Solutions не использует липосомы, а использует гиалосферы. И, собственно говоря, обратите внимание на этот слайд. Технологи пытаются разработать, опять же, еще какие-то дополнительные способы доставки активных ингредиентов. Потому что если бы все было хорошо с липосомами, их бы только их использовали. Еще раз напомню, еще липосомы большие по размеру, поэтому они не способны все-таки проникать, ну, очень глубоко. И вот эта их нестабильность не привела к такому, ну, вот повсеместному использованию. И, собственно говоря, именно поэтому технологи пытаются тестировать другие средства доставки. Тоже, опять же, это могут быть различные частицы, например, различные полимеросомы, какие-то дополнительные еще микро-микрочастицы и так далее. Да? Кто-то пытается создавать твердофазную косметику для того, чтобы в твердых частицах тоже активные ингредиенты пытались проникать глубже. Да, но, опять же, самое главное, чтобы мы понимали те естественные механизмы проникновения, которые есть в коже, которые созданы были природой. И тогда, если нам удастся создать ту технологию, которая будет все-таки использовать по максимуму все пути пенетрации, помните, о них я говорила в самом начале в презентации, да, то есть и прямое проникновение, и межклеточное, и диффузию, и путь через корниоциты для гидрофильных структур, то в этом случае активные ингредиенты будут давать более выраженный результат. И кроме того, опять же, если говорить об активных ингредиентах в свободном состоянии, они очень часто дают нам что? Большее раздражающее действие как раз-таки на поверхности кожи. Поэтому технология гиалосфер – это уникальная технология прежде всего того, что у нас идет очень маленький размер частиц, которые способны как раз пенетрировать активно через верхний слой, проникать через истратум корниум и проникать глубже в кожу в том числе. Это первое преимущество гиалосфер, их размер. Да? Далее, если мы с вами вспомним второе преимущество, мы это коротенько практически в каждой презентации говорили о том, что у нас с вами технология гиалосфер обеспечивает, во-первых, содержание разных ингредиентов, активных ингредиентов внутри, соответственно, гиалосферы. И гиалосфера – это не капсула, это все-таки та самая сложная технология, которая обеспечивает нам с вами возможность как раз такого пакования, защиты, да, активного ингредиента от окружающей среды, сохраняет стабильность этого активного ингредиента, защищает от окисления, защищает от инактивации, да, в процессе хранения. Кроме того, опять же, мы благодаря этой технологии можем внутри гиалосферы увидеть очень высокую концентрацию этого активного ингредиента по сравнению, например, с другими компаниями-производителями. И напомню о том, что технология гиалосфер – это все-таки частица с двухкомпонентной мембраной. И это именно не просто оболочка, да, а это сложная структура, в состав которой входит полимер. Помните, я вспоминала о том, что для создания эмульсий нужен компонент, который как раз соединяет водо- и жирорастворимые компоненты. Сейчас уже в конце не выговорю даже это слово, да? И это как раз тот самый полимер, который входит в состав гиалосферы. И гиалуроновая кислота. И, собственно говоря, вот эта бифазная оболочка обеспечивает нам еще плавное высвобождение потом активного ингредиента в коже. Потому что очень многие пациенты, опять же, продвинутые, да, говорят о том, что ха-ха, вот мы доставили активный ингредиент в кожу, окей, все хорошо у вас проникло, вы рассказали мне, доктор, хорошо, я вас поняла. Но когда в коже эта оболочка распадается, и активный ингредиент поступает сразу весь, это же тоже плохо, это может создать уже раздражение не на поверхности, а в глубине. Вот поэтому тоже, опять же, важно рассказывать о том, что
вот та самая бифазная оболочка гелосферы дает постепенное высвобождение активного ингредиента в течение 6 часов. И таким образом мы получаем и контролируемость воздействия, и длительность этого воздействия. Поэтому тоже, опять же, нужно об этом пациентам рассказывать. Кроме того, вот в наших роликах, и мы специально поэтому ролик включили до начала вебинара, вы можете увидеть, что у нас активные ингредиенты в препаратах SkinTelectual Solutions содержатся в так называемом двойном резервуаре. То есть есть внешнее содержание активного ингредиента и есть внутри гиалосферы. Поэтому пока у нас с вами вот эта двухкомпонентная мембрана еще полная, целая, да, работает тот активный ингредиент, та концентрация, которая содержится во внешнем резервуаре в свободном состоянии в гиалосфере. И поэтому, опять же, сначала мы получаем быстрое действие за счет вот этого внешнего компонента, а затем пролонгированное постепенное действие за счет работы активного ингредиента, который проникает уже через двухкомпонентную вот эту бифазную мембрану. Наличие гиалуроновой кислоты в гиалосфере – это тоже огромный плюс. Опять же, напомню о том, что у нас с вами межклеточный путь проникновения связан с гиалуроновой кислотой. Поэтому низкомолекулярная гиалуроновая кислота, кроме того, что она сама привлекает воду на поверхности, собственно говоря, кожи и дает визуально уже улучшение внешнего вида, дает комфортность, опять же, распределения препарата. И для многих пациентов уже комфортность именно в том плане, что все-таки есть этот увлажняющий эффект на поверхности. Она же еще будет привлекать воду в тех самых межклеточных каналах, расширять их, да, и таким образом, опять же, усиливать действие всех остальных активных ингредиентов. Но вот содержание гиалуроновой кислоты как раз в внешнем резервуаре, в начале нанесения средства для многих пациентов создает ощущение липкости. Особенно, когда пациент использует все-таки не микродозу, а по старой памяти, чем больше, тем лучше, да? Поэтому, опять же, нужно объяснять пациентам, что SkinTelectual Solutions, все препараты на основе микроэмульсии с технологией гиалосфер все-таки требуют экономичного расхода. Не надо наносить толстым слоем, потому что тогда гиалуроновая кислота действительно сначала создает вот такой некий эффект липкости на поверхности кожи, но, как правило, у всех пациентов это все проходит. И обратите внимание, что именно та самая низкомолекулярная гиалуроновая кислота, она все-таки пролонгирует нахождение гиалосферы непосредственно в коже и предохраняет от быстрого проникновения. То есть те вот самые каналы, где гиалуроновая кислота набухает, и это как раз способствует постепенному, плавному проникновению активных ингредиентов в гиалосфере, постепенному высвобождению на всех уровнях, где эти активные ингредиенты должны работать, соответственно, да, то есть производители учли все, что нужно нашей коже для того, чтобы активные ингредиенты с хорошей доказательностью работали и оказывали именно положительное воздействие без раздражающего эффекта. И как раз-таки технология гиалосфер позволяет нам за счет вот такой своей сложной структуры, сложной для обывателя, да, позволяет нам обеспечить проникновение как для гидрофильных молекул, для заряженных молекул, которые просто так в кожу не проникают, для крупных, опять же, активных ингредиентов, когда они заключены в эту гиалосферу, они обманывают, соответственно, те пути, которые защищают нашу кожу от каких бы то ни было повреждающих воздействий. Да? И, соответственно, мы с вами однозначно пациентам говорим о том, что гиалосферы обеспечивают именно хороший пролонгированный эффект как гидратации,
за счет гиалуроновой кислоты, так и пролонгированного действия дополнительных активных ингредиентов, которые заключены в эти гиалосферы, прежде всего. Но и опять же, за счет легкости текстуры мы можем комбинировать микроэмульсии SkinIntellectual Solutions с любым другим уходом. Вот опять же, у меня сегодня утром пациенты были, знаете, закон парных случаев, с жирной кожей, которые говорят: «О, доктор, вы опять нам начинаете про фотозащиту говорить». Так мы нанесли сначала средства для дневного ухода, а потом еще сверху фотозащиту. У нас еще тот, соответственно, препарат оставляет чувство тяжести, а еще сверху фотозащиту нанести — нет, я не могу так жить, соответственно, фотозащита чаще всего не наносится. Если мы с вами рекомендуем пациенту средства из линейки SkinIntellectual Solutions, они быстро, опять же, что у нас с вами, на поверхности кожи распределяются, проникают вглубь, и мы спокойно, уходит вот это чувство от первичного нанесения, и мы можем спокойно нанести любой другой препарат, если он нужен нашему пациенту. Но хотелось бы отметить, что все-таки сначала надо наносить именно микроэмульсии SkinIntellectual Solutions для того, чтобы они активно проникали, работали, а потом сверху можно добавить, например, опять же, наоборот, пациенты с сухой кожей жалуются, что им хочется еще большего смягчения кожи. Окей, можно добавить препарат наружный, содержащий большее количество эмолентов, и получится эффект дополнительного смягчения. Но хотя, опять же, вот у меня даже пациенты с очень сухой кожей просто обожают микроэмульсию с натуральным увлажняющим фактором, потому что им достаточно той самой и гиалуроновой кислоты, которая есть в этой микроэмульсии, натуральный увлажняющий фактор, плюс глицеризиновая кислота, которая снижает их чувствительность, да, для того, чтобы их кожа выглядела красиво, чувствовала себя комфортно. Поэтому большинство моих пациентов отказались от более тяжелых текстур и, соответственно, довольны своим внешним видом. Еще на данном слайде хочу напомнить, что мы с вами, опять же, говорим именно о научной доказательности активных ингредиентов и теперь уже тех технологий, которые используются для создания микроэмульсии SkinIntellectual Solutions. То есть у нас все с вами активные ингредиенты, которые перечислены в этой таблице слева, будут доставлены, собственно говоря, в тот уровень, в тот слой, где они будут работать, давать клинический результат. И в исследованиях это было все подтверждено именно благодаря использованию нанотехнологий. Поэтому да, с одной стороны, наши препараты SkinIntellectual Solutions стоят недешево, но если, соответственно, говорить о том, что это эффективные препараты, да, то в соотношении цена-качество SkinIntellectual Solutions однозначно препараты выбора по сравнению с другими. Ну, опять же, у нас много лечебных средств и в профессиональных линеях, где есть тоже нанотехнологии, например, те же самые липосомы, наносомы. Но я надеюсь, что в предыдущих слайдах я вас убедила в том, что технология SkinIntellectual Solutions все-таки более эффективна, и поэтому эти средства всегда дадут более выраженный результат. В принципе, все, что касается технологии и тех основ, благодаря которым мы начинаем еще более быть уверенными в назначении средств SkinIntellectual Solutions, я уже рассказала, но запись вебинара будет. Опять же, всем участникам сегодняшним пришлют ссылку на эту запись, и в Инстаграм, и, соответственно, в Телеграм это тоже все будет. Но хотелось бы еще раз подытожить, да, и более четко проговорить, что препараты SkinIntellectual Solutions благодаря именно нанотехнологии, технологии микроэмульсии с гиалосферами обеспечивает нам проникновение в кожу активных ингредиентов вне зависимости от индивидуальных особенностей, да, потому что технология микроэмульсии гиалосфер будет учитывать и, соответственно, использовать все пути пенетрации активных ингредиентов в кожу, с учетом в том числе характеристики каждого из активных ингредиентов. То есть мы можем с вами говорить о проникновении и гидрофильных, и липофильных активных ингредиентов благодаря тому, что они заключены именно в микроэмульсию. Да? Поэтому проникновение в кожу однозначно доказано, подтверждено. Затем опять же, микроэмульсии — это рабочие высокие
концентрации активных ингредиентов, причем, опять же, в сочетании с теми самыми нужными нам наноразмерами частиц, чтобы этот активный ингредиент не просто даже в эпидермис проник, а проник, собственно говоря, в дерму, если уж мы говорим о работе на качество кожи. В большинстве случаев нам мало проникновения стратом корнем, нам нужно, чтобы все-таки активные ингредиенты проникали у нас глубже. И если уж, собственно говоря, не работали в дерме, то, например, для лечения гиперпигментации нам надо, чтобы активный ингредиент проникал куда? В базальной мембране эпидермиса. Да, именно там, где располагаются меланоциты. Поэтому, опять же, технология микроэмульсии с гиалосферами нам точно это обеспечит. И, соответственно, в качестве усилителя, да, работает гиалуроновая кислота, которая, напомню, есть в составе мембраны, да, и она позволяет усилить действие активного ингредиента, она постепенно высвобождает, пролонгирует увлажняющее это действие, и, соответственно, она повышает еще, опять же, скажем так, биодоступность всех остальных активных ингредиентов, да. Поэтому это тоже, опять же, очень важно объяснять нашим пациентам, почему препараты Skintellectual Solutions отличаются от других косметических средств, даже если на упаковке перечислены те же самые активные компоненты. И гиалосфера – это та технология, которая обеспечивает работу активного ингредиента в коже до 6 часов. Именно, опять же, с постепенным высвобождением, потому что, еще раз подчеркну, мало проникнуть в кожу, важно все-таки, чтобы не было еще раздражающего возможного действия от этой высокой концентрации активного ингредиента. И именно состав мембраны, полимер и гиалуроновая кислота дают постепенное высвобождение и работу на протяжении 6 часов непосредственно в том слое, где этот активный ингредиент должен работать. Поэтому выбор технологии доставки принципиально важен для современных наших препаратов, которые дают клинический результат и визуально, и не только визуально. Я надеюсь, что я вас сегодня убедила в том, что нанотехнологии, используемые в создании препаратов Skintellectual Solutions, они работают и работают эффективно. И спасибо на самом деле тем исследователям, которые все это изучили и создали для нас такую уникальную систему доставки, и мы можем с вами удовлетворить даже самых взыскательных пациентов. Я думаю, что если вам понадобятся какие-то, ну, может быть, более простым языком сказанные ролики для работы с пациентами, то мы, соответственно, можем это сделать. Поэтому хотелось бы очень получить от вас обратную связь по сегодняшнему вебинару, потому что материал сложный. Я старалась немножечко все-таки переводить, что называется, с русского на русский. И с учетом того, что мы с вами должны это транслировать пациенту более простым языком. Но подчеркивать важность технологии, важность именно современных систем доставки активных ингредиентов для пациентов очень важно. Да, поэтому сравнивайте разные средства. Я очень часто это делаю непосредственно у витрины, когда показываю сначала состав. Еще раз подчеркиваю, что у нас все-таки дополнительных ингредиентов внутри средств Skintellectual Solutions меньше. Да, та самая философия скин-минимализма, она, что называется, в действии. И, соответственно, это тоже очень важно для наших пациентов, у которых, например, чувствительная кожа, есть склонность к аллергическим реакциям. И благодаря нанотехнологии микроэмульсии с гиалосферой, да, мы получим с вами, опять же, всегда хороший визуальный результат. И этот результат может радовать наших пациентов долгие годы. Соответственно, опять же, благодаря именно технологическим особенностям. Поэтому я надеюсь, что вам эти научные данные пригодятся. Если будут вопросы, я, соответственно, с радостью на них отвечу. Пока вот я здесь в нашем чате
Вопросов не вижу. Опять же, если они появятся, напишите, пожалуйста, в компанию, и мы постараемся максимально быстро на них ответить. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что не наскучила вам научными терминами, постаралась объяснить все максимально доходчиво. Спасибо.